Долгая история чеков имущества. В самом начале интервью немного истории. Людмила Никифоровна, кто и в какой период их получал? Если говорить об истории, то мы возвратимся в 1993 год. Именно в этом году был принят закон Республики Беларусь об именных приватизационных чеках Республики Беларусь. Данный закон регулирует порядок обмена, порядок использования чеков и определяет гарантии владельцам этих чеков имущества. Порядок и срок обращения определяет Совет министров Республики Беларусь. Именной приватизационный чек имущества – это государственная ценная бумага, которая обеспечена государственной собственностью, подлежащей безвозмездной передаче их владельцам. То есть самая главная цель использования чеков имущества – это дать возможность жителям, гражданам участвовать в безвозмездной приватизации. На момент принятия закона, вступление его в силу в 1993 году, имели право на получение чеков имущества граждане, которые достигли 16 лет. Им выдавалось минимальное количество чеков, это 16 до 25 лет. Лицам старше 35 лет выдавалось максимальное количество чеков 50. Дополнительно за каждый год трудового стажа выдавалось по одному чеку за каждый полный календарный год. На детей дополнительно несовершеннолетних до 16 лет начислялось по 10 чеков. Также лицам, которые имели вклад в Сбербанке на 1 января 1991 года, дополнительно выдавались чеки имущества. Таким образом, чеки имущества были начислены 965 тысячам жителям Гомельской области на общую сумму около 90 миллионов чеков имущества. Вот интересно, спустя десятилетия, каков процент чеков находится все еще на руках у населения области? Ну, к сожалению, сегодня более 40% жителей области свои чеки не использовали. Более 1/3 чеков у них находится на руках. Это около 25 миллионов чеков имущества. Как считаете, по каким причинам люди просто выжидают лучших времен, когда можно более выгодно обналичить? Ну, здесь есть разные причины. С одной стороны, ожидали лучших предприятий. С другой стороны, люди не получают дивидендов, не верили и не вкладывали свои остальные чеки. И есть еще категория граждан, которая рассчитывает на компенсацию своих чеков имущества. Срок обращения чеков, которые все еще на руках у населения, продлевался неоднократно. Вот о какой крайней дате говорят сейчас ваши коллеги? Есть постановление Совета министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 года, в которой определяет завершающий срок обращения чеков имущества. Это 31 декабря 2020 года. То есть, по сути, не так много времени осталось. А вот ваш совет, совет специалиста с большим стажем и опытом, что выгоднее, обналичить или все-таки вложить в акции? Ну, будем говорить, что такое обналичить. Обналичить – это значит продать. По законодательству такое право есть у владельцев чеков имущества, продать чеки, но они не востребованы, потому что нет покупателей на эти чеки, нет спроса на них. Поэтому однозначно их на руках держать нельзя и не стоит. Их надо однозначно вкладывать в акции предприятий. Довольно большой выбор предприятий у нас сегодня предлагается к обмену. Не меньше, чем 160 предприятий по всей республике. У граждан широкая возможность обменять свои чеки, в том числе и на акции гомельских предприятий. Их в этом количестве около 50. Это не худшее предприятие. У нас довольно информативный сайт комитета. Достаточно информации. Нужно только пользоваться этим сайтом. В разделе «Деятельность» есть вкладка «Обмен на ИПЧ имущество». Значит, мы показали жителям Гомельской области свои возможности, чтобы они использовали значит, свои чеки и вкладывали в эти предприятия. Значит, информация об обществах с той точки зрения показана, с какой интересует в большей степени всех, это дивидендов. Там, значит, мы показали, какие дивиденды были за прошлый год. И вот выбор, если исходя из дивидендов, значит, можно что-то для себя выбрать, и выбор будет неплохой. В некоторых случаях размер дивидендов даже выше номинальной стоимости чеков, которая подлежит компенсации. И все-таки, наверное, это игра на перспективу, как минимум потому, что предприятие не обязано ежегодно выплачивать дивиденды. Но предприятие вправе принимать решение о выплате дивидендов, за исключением случаев, которые установлены законодательством.
оно выплачивает дивиденды и имеет право не выплачивать и обязан не выплачивать, если наступили отдельные обстоятельства, такие как, например, предприятие в результате выплаты станет неплатежеспособным или на текущий момент оно неплатежеспособным, если оно в результате вот бесконечной выплаты снизит свои активы до такой степени, когда они станут меньше уставного фонда, то уже однозначно по законодательству оно не должно выплачивать дивиденды. Ряд предприятий прибыль капитализируют, то есть они делают задел на будущее, чтобы быть конкурентоспособными и в результате своим акционерам выплачивать дивиденды. Каждое предприятие, в основном каждое, приняло положение о дивидендной политике. Это положение у них на сайте размещено. И информация о выплате дивидендов и о периодичности выплаты также размещена на сайтах открытых акционерных обществ. Ваши коллеги подчеркивают, что даже если дивиденды в этот и следующие годы вам не выплачивают, то плюс все равно есть. Ну, если не выплачивают или не выплачивали, значит, мы будем верить в то, что когда-то предприятие выплатит дивиденды. А если оно и не выплачивает, не все покупатели рассчитывают на дивиденды акции. А некоторые рассчитывают на возможность ликвидности. Сегодня купил, завтра выгодно продал. И это действительно веский повод задуматься в завершении интервью. Ваш пример, если не секрет, как распорядились вы и ваши близкие своими законными чеками имущества? Ну, я распорядилась еще в 1997 году, у меня было незначительное количество чеков. Я вложила их в акции открытого акционерного общества «Универма Гомель». Ну, а близкие мои родственники вложили в Гомельский мясокомбинат. Выбор предприятий и сегодня достаточно большой. Осталось поразмыслить, принять решение и действовать. Спасибо большое за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо, удачного выбора всем.